Всем здорово, пацаны, с вами Янц. Сегодня будем катать в дитку первую. Это не гайд, просто так решил записать свою игру. Даже не знаю, что брать. Сейчас посмотрим, у кого будет подходящий герой. Может, под него и возьму что-нибудь. Или хуй его знает. Или какой-нибудь контрпик против кого-нибудь взять. Мида нет у нас. Мида, может, на мид взять что-то. СФчика может взять. Похуй, СФчика возьму. Раз на мид никто не хочет, то это. Сука, вот лишь бы не Бару. Давай. О, Клок, это тоже хуёво для меня. Бару, да, для меня очень много героев хуёвый. СФ такой дрищ, что, блядь. Тяжко им играть. Поначалу будет убивать часто. Лина тоже. Да нас любой убивает. Чё, Клок подойдет, зажмет в коги, перделку включит свою. Пизда нам. Легион прыгнет с даггер, ультанет, пизда. Джаггер ультанет, пизда. Лина ультанет, пизда. Вот так вот. Надо побыстрее тогда лотар сделать. Не стараться уделять фарму больше времени. Ебать там погони нахуй вчетвером. Можно руну забирать, они там все. Жесть. Все, моя руна, сука. О, пизда. Это похороны. Не успел кинуть. Ой-ой-ой. Пиздец замес. Но я ничего не сделал, я буду стоять фармить. Блять, против Лины еще стою, пиздец. Да, ебаная. Чё-то мне кажется, я на ССУ здесь против нее. Угу, она хочет опять волну кинуть. Блять, еще и Клок кидается. Пошли нахуй, блять. Хорошо, что бара нету. Бара это, блядь, иди нахуй просто, блядь, ёбты. Когда бару берут, просто он по КД на мид, блядь, бегает. Так же заёбывают. И всегда фидишь, блядь, на миде за это. Или Мирану возьму. Не, ну Мирана так, ну хуй его знает. Так-то, по идее, тоже может стрелы кидать. И будет хуёво. Блядь, я привык, что Койла на С дальний. QVE. Надо запомнить, сука, падла. Ты хули там кидаешься? Где этот пидор на топе? Меня кидает. Ебаный, сука. Иллюзии, иллюзии, вечно мои иллюзии. Нахуй не нужны. Нахуй я за ними у всех пошел, не знаю. Ну хотя, можно наебать кого-нибудь с иллюзиями, но не в этот раз. Блять, мне пизда.
А нет, не пизда. Пиздец, блядь, одна тычка, блядь, от нее. Продувка, блядь, и все, и хп нет. Вот так и стой, блядь, против. А если бы еще бара, блядь, прибежала, это вообще пиздец. Хорошо, что хоть бота успел взять. Да иди ты нахуй со своими ракетами, блядь, ДЦП. Сейчас руна будет, руна, курочка, курочка. Вроде пока, ну, подфармливает, удается, и это уже хорошо. Хоть бы и не... Блядь, падла. Ой-ой-ой, может убью? Попробовать убить кого-нибудь там. Кура пускай стоит пока. Ну, блядь, уже что, всех убили, что ли? Где джаггер, ёбаный? Пизда, блядь. Кто там, джаггер? Блядь, сука, как бы его там цепануть-то? Да что такое, блядь? Ай, туман войны ебаный. Ну, тапок еще, сука. Пиздец, блядь. Эти чё, хуйсосы не помогли, блядь? Шрапнель даже не взял, не кинул. Че там, руна что ли? Че, неужели оставил мне ее? О, заебись. Лего бы забрать. Ну, промах ебаный, сука. Вот только сейчас седьмой, блядь, стал левел. Я. Из-за того, что, блядь, пошел джаггер. Ну, блядь, мы бы убили его, сука, если бы этот уебок кинул, блядь, шрапнель свой ебаный. Он бы замедлил бы нормально. Ты чё, блядь, мудак? Чё, ебанул ты, что ли? Халявка. Подарочек. Стой, нахуй. Мне тоже надо эту штуку. Ништячок. Что на этот раз? Ты угадал мой план.
Блять, сука, мазафака. Че за лаги-то, ёбана? Да иди ты нахуй, блядь. Да ну нахуй. Уёбися, блядь. Почему они именно сюда? Она чё, паскуда, поставил вард или чё? Нету варда, блядь, имха ебучая, сука. Я мог вот сюда, блядь, забежать. Встать там в инвизе. Нет, они именно сюда, блядь. Видимо, видели меня. Ёбки. Ой, этот, кстати, там вообще подарок. Его надо убивать нахуй. Ой-ой-ой-ой, давай. Блять, отменил, сука, ебучка. Блять, да Дум не мог дать в этого? Дум, блять, в этого хуйсоса. Я, блядь, из-за него испугался, блядь, ТПшец. Да, блядь. Ладно, похуй. Дофармлю лотар и будет заебись все. Оставь, падла. Спасибо, блядь. Где же это, падла, блядь? О, ништяк. Блять, вот уёбки. Ну без лотара я вообще кусок мяса, блять. Без лотара или без даггера. Мне надо и БКБ, и лотар, или даггер. У меня Лина даже в соло убьет. Сука, блять. Похуй, пойду в лес дофармлю, пизду, блядь. Пизда, леги. Сейчас бы не убили, то, сука, Лина подойдет. Заебись. Все там дерутся что-то. Сам придумал.
Этот сразу башер хуячит себе джаггер. Сейчас на ТПшечку еще нафармлю. И ништяк. Хотя, может, и не пойду до базы даже. Можно Легу воткнуть. У него даже даггера нету все еще. Это хорошо, конечно. С кем же? Снайпером? Ну, блядь. Он тоже, сука, падла ебаная. Золотар покупает. Хуёво. О! Ну и чё, куда вы бежите, блядь? Уёбище, блядь. Бежит, тварь. Не, ну, ВД я не убью. Маны нету, на ульт так бы убил, может. Суки ебучки, блядь. А этот им даже туда шрапнель не кинул. Я вот, блядь, что-то это... Может забить хуй на снайпера? Потому что он это... Вряд ли я с ним что-то смогу сделать. Снайпер! Со стиль... Нет, не со стиль, падла. Ну, заебись. Ну, кстати, если б я тычку не отменил свою, он бы забрал фраг себе. А нахуя мне фраг таки... О, клокверк, блядь. На твари, сука. Да откуда ты взялась-то, падла, блядь? Варды сейчас куплю. Ой, откуда вот она взялась? Пизда. Огр будет вардить. Он, блядь, в ебеня поставит и все. О, так еще варды в КД, лол. Пизда. Их что, ломают у нас варды? Лина, сука, ломает. Вот паскуда ебаная. Чего пацанов моих есть вообще? По артам. Два лотара, блядь. Давайте, ну, думаю же не будет лотар покупать, да. Блядь, надо было, наверное, даггер тогда покупать. Раз этот лотар купил. Драка, драка. Блин, это там даггер вроде бы, где она? Сука, хосту взял петух. Так, надо ПТ купить. Да, сейчас джаггер там будет. Сейчас он улетонет, сука. Ой, и ты просто нахуй иди, блядь, мудак. Со своими, блядь, пассивками. У меня какие-то, блядь... Ой, иди нахуй. Фух, блядь, тварь. Вот я так и знал, что она сейчас придет ко мне. Вот так и знал, блядь. Ну, она что, правильно делает, в принципе? Линой легко, очень легко убить Асефа. Я бы тоже на ее месте старался Асефа убивать, потому что... Изи фраг. Можно на нем раскачаться. Почему нет? Огр там потеет, ставит что-то с синтраки. Ну, кстати, вот этот вард что-то редко таких вижу вообще. Неплохой вроде. Вижу, но нормально дает. Хотя тут еще один есть. Хуй его знает. Блять, опять там замес надо пистошить. Ну, блядь, давайте, где драка, сука? Я думал, сейчас с ульта ворвусь, там наебашу. Пидоры. Кто там вздыхает, блядь?
Фиолетовый это кто? Лего? Ну Лего там вообще пиздец, короче. Вон она падла, все донает, охуела совсем. Да пиздай. Хуёвый у меня вообще крипстас, пиздец, бомжа, блядь. Но я хожу, хуйню какую-то страдаю, блядь. Надо фармить. У меня 100 должен был крипстас на этой минуте. 100. У меня, блядь, 50 только. Ну там и лесные, кстати, еще лесные же. 31. Но все равно мало, короче. Иду еще в лес туда, хули. Или вон там фарм есть. Заебись фарм так-то. Сука, не успел двоих забрать. О, у легиона дагер появился. Нихуя себе. Да ты охуел, сука, чурка. Меня видно, что ли, тут? Блять, не попал, сука. Съебывать нахуй. Нет, не ульти, не ульти. А, не было, видимо. Ну, заебись. Блять, как я не убил Джаггера ебаного? Я думал, убью его. Не попал койлом, сука. Или он лоу хпшный остался. Хуй его знает. Ну, скорее всего, не попал. Был бы там он один, я бы просто зашел с лотара и ультанул бы в него. И до свидания. Огараксик. На БКБшечку. Ну, блять, надо как-то лучше фармить, хуй его знает. Вот где-то драка начинается, мне сразу, блядь, хочется вот туда вот и зайти. Похуй, что я далеко, блядь, нахожусь. Я бегу, как долбоеб, туда, пока, блядь, добегаю до туда. Там уже, блядь, все сдохли, нахуй. И вот так вот время проебываю. На 5-0 надо стрик забрать у меня. Хотя это не так легко, блять. Она мне с ульта почти все хп сносит. Ну так, на крыску можно постараться. Из лотары выйти, пиздануть с лотары и добить койлом там или с руки просто. Пиздец, тут куча вардов у нас было, уже нет нихуя. Как бы гем не купили. Надо чекать. Так, дагер, ПМ. Огоним скоро у Джаггера. Ой, у ПД.
Согласен. Ты угадал мой план. Согласен. Неплохо, неплохо. Он... Я что буду делать? Ну, блядь, он... Там два дна. Это Джаггер и... Ёбаный, блядь, Легион. Ну, кстати, что-то Клокер 0-4. Ну, можешь не фартить, хуй его знает. Как не особо видел за ним что-то хуёвое. Не врывается, ничего не делает. Мудак, блядь. Ну, вот это дно, да. Врывается вообще хуёво. Вот из-за его хуевого врыва могли как минимум двое-трое умереть. Просто, ну, побежать за ним, да. Типа думать, ну, с мыслями, что о, драка начинается. Но он влетел хуево, сфидил быстро, и могли и другие сдохнуть еще. Но что-то не подставились, уебки. Давай, застань, застань, ее, застань, застань. Ну, блядь! Да, блядь, Огр, помогишь ты, блядь. Уёбок, блядь, пидор. Чего вот он не побежал за мной? Поздно, сука. Ему пизда, нет, не пизда. Ну, хотя хуй, ну да, пизда, скорее всего. Всё, блядь, уёбище. У меня, блядь, стрик, забери. Блядь. Это пидрило еще вылезло. Так бы, может, забрали бы Лину. Но нет, этот вылез, ультанул меня. Падла. Беги. Мне не уйдет. Убить, 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 убить. Хорош. А, блядь, Дум все равно сдох. Ну ладно, похуй, хоть разменялись как-то. Блять, 8-0, падла, и никто убить ее не может. Что за хуйня вообще? Какие-то подлагивания еще. Вот обожаю, блядь, когда играю на тонком герое, блядь, который, блядь, сука, жидкий пиздец. И лагает какого-то хуя. Какого хуя, блядь? Или бот говно. Ну да, бот Ру 3, я не знаю. Редко на нем играю. Может, он лагает. Хотя вроде... Хуй его знает, короче. Ну, чувствуются какие-то вообще некомфортно играть как-то. А, хули, я опять похожу, хуй пойми где. О, ВД, ВД. Давай, нахуй. Чё вот он? Похороны ему. Пидор еще стану кинул, успел, падла ебаная. Да иди ты нахуй, банки со своими, блядь. БКБшечка. Негр. Где вот он стакать будет, непонятно. Ну сразу видно, чувак из второй доты, потому что тут, блядь, никто не стакает, нахуй. Ебучка, блядь. Нет, там, блядь, все уже. На тройку, БКБ на тройку, блядь, не забыть, нахуй. То бывает такое, что, блядь, БКБ там где-нибудь в лесу, блядь, нажму, блядь, на базе, нахуй, и заебись. А потом в замесе БКБ нету. Иди нахуй, шерсть. Кто-то там бежит за мной. Сейчас драка намечается, походу. Линка там у кого-то, у Лины, походу, линка. Это да, это он дело говорит. Блять, не попал, сука.
Лина там потеет, сука, тварь. Варды ставит, блядь, убивает всех, нахуй. 9-0. Но она хорошо взяла Лину. То, что она и, блядь, и снайпера, блядь, хуесосит, и СФа, блядь. Нормально. А это единственные, блядь, здесь дамагеры. Ну, Кири. Хотя Думчик есть, но не особо Кири из него. Да ты заебал там ракетами светить, падла. Вот я так и знал. Я вовремя ушел. Ракета меня просветила, все, надо съебать. Маны, сука, нету, блядь. Вот опять стою, блядь. Вот какого хуя? Думаю, сейчас замес начнется. И стою, замес не начинается. Да, с Лотаром, конечно, фармиться хуевее, чем с Даггером, потому что с Даггером быстрее передвигаешься. Да, блядь. На карте никого нету, я на лайн вообще боюсь выходить, потому что Лина может сразу... Вон они где все, понятно. Но надо на базу сдавать, походу они сейчас будут пушить, скорее всего. Или что, они в лес пошли? Ну все, я съебываю, да, походу ко мне пошли в лес. Нет, пушить все-таки. Ну, блядь, маны, как назло, нету. Все в пизде еще где-то наши. Ну, похуй, что. Уже не дефать вышку. Так, надо что-то купить. Что бы здесь купить-то? Ну, надо манту какую-то, да. Манту, что еще-то? Ботл я нахуй уже продаю, не нужен уже. Есть ли у них там вообще вижен, блядь? Я не успеваю обратить внимание на это. Го, го туда или чё? Под Лотаром там зайти. Ёбки. Ага, просветили, падла. Пизда, как убило-то меня? Ну похуй, трипла моя, сука, сосите, твари, пидоры. Заебись. Норм. Вот, сука, Лина, я хотел ультру взять, и не хватило мне немножечко, чтоб я койл кинул туда ей. Ту-ту-ту. Так, Думчик вообще ультанул в кого-нибудь? Кого-то ультанул, но я что-то не заметил, в кого он ультанул. Аппарат видел, как ультанул. Ну, ладно. Это получился замес 4 в 2, а кто еще сдох? Огр. Ну, Огр это да. У него вообще арты, блядь. Здесь, не знаю, пятый, не знаю, пятый, там, десятый минут. Ну, говно, короче. Ну, хоть вардит хотя бы. Хотя бы вардит. Варды постоянно у нас в кулдауне. Ну, тупо фулл саппорт получается. Но, блядь, вот этот фит, это, конечно, не круто. Ну, хотя он вроде все делает, старается, но... Что поделать. Снайпера, блин, ничего нету. Какого хуя? А, не, у него 2200. Наверное, манту тоже будет. Что нужно?
Чё, ебать там у Джаггера. Это, кстати, хорошо, что мы его сразу слили, а то, блядь, он вроде даже не ультанул за месяц. Или хуй его знает. Ну, блядь, я Джаггера уже вряд ли в соло убью. Так что надо вообще, ну, только в АД я могу в соло убить. Клок, хуй его знает. У него там БМ включит, убьет. Да, давай без этой хуйни. Да, блядь, ебаная, ну баш, сука. Как-то так, блядь. Пидоры просветки покупают. Дум без даггера это вообще хуйня. Он не может сразу ворваться и зафокусить кого-то, блядь. Вот ему надо подбежать, блядь, словить стан от Лины, блядь. Сейчас дохнет еще. Вот что это за хуйня? Не, в пизду этого Джаггера, блядь. Ну я бы там не ушел от него, да. Он сразу нажал досты. И я бы вряд ли бы ушел. Он ультанул бы. А БКБ я нажал от страха, что ли. Ну хотя я хуй его знает. Не помню точно, может ли он ультануть мне в БКБ или нет. Вроде бы нет. Поэтому я и нажал. Ну вот если бы мне этот его стан, я бы, возможно, убил бы его. Ну и сам сдох, конечно. Стрик, 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 забрать. А, это уже у нее забрали уже стрик. Заебись. Ебать, а, ну да, у нас же вышки нет. Кстати, мантой можно заевейдить ульт Лины. Ну, это надо пиздец, какой микроконтроль хороший. Но у меня, блядь, немножко лагает. Да и плюс давно не играл, вряд ли у меня такое получится. Нахуй подсосана, блять, все. А нет, крипы есть. Блять, вот меня Лина ебучая. Вот если бы он купил реально даггер. А, ну понятно, иди ты нахуй тогда, блядь, да типа ебаный. Вот нахуя вот он. Ему, блядь, чтобы подойти, блядь, ультануть, надо, блядь, впритык, блядь, подходить, ёбаный рот. Его за это время просто отхуесосит и все. Охуя он так играет. Падла ебаная. Иду, блядь. Я иду, сука. Падла, блядь, цепаните как-то его. Ёбаный пидор без, блядь, без даггера, иди нахуй. Вот чё это за хуйня вообще? Согласен. Ты это сам придумал? Согласен. Ты угадал мой план. Смерть, чё? Я голоден. Ты это сам придумал? Пиздец. Ты угадал мой план. Согласен. Нет, только не ты. Падла ебаная. Денег привалило, пиздец. Ну, снайпер, что у него есть? Ну, нормально, нормально. Ну, мы, думаю, выиграем. Но ему тоже БКБ бы не помешало. ЗКБ. Где этот, блядь, ебаный манта стайл? Ну чё, дальше стандартно. Доминатор из доминатора. Сатаник и всё. И нормас. Нихуя его я так залевел.
Точнее, за замес левелов наполучал. Заебись. Пока ничего не происходит, надо фармить, фармить. СФ без фарма, а у себя кусок мяса просто. Так что надо как-то выфармливать, что-то какие-то арты хорошие. Ну и в массовых драках, конечно же, участвовать. А иначе, блядь, если будет АЦФ только фармить, то он, блядь, пройдет игру. Даже если он нормально фармит. Потому что враги больше будут иметь с убийства наших тиммейтов, чем СФ. Никого на карте нету, это вообще печаль. Я вообще боюсь таких моментов. Особенно, когда бара есть. Когда бара есть, я вообще, блядь, на лайне ухожу. Нет, клок все-таки там, кстати, хуевый. Потому что, блядь, он... Я вообще ни разу не видел, как он врывается в кого-то. Вот, серьезно. А если бы он в меня искал, да? Лина меня искала. Ну, Лина-то правильно делал. Но и клок тоже искать меня был. Кинул ракету, все, полетел. Он меня кидает хукшот, я умер. Все. Ну, конечно, сейчас у меня есть БКБ, да, арты какие-то. Вряд ли он меня сейчас убьет, но... Он мог раньше начать это делать, и у меня бы не было таких артов. У меня бы нихуя, блядь, вообще бы не было. Чё, надо рошу, да, убивать? Го. Блядь, вот смоков нет, это плохо. Я похуй чё. О, да ты... Куда пошел, блядь? Хотя или я, или... Го, ёпта. Ну, все, наверное... Удастся нам сейчас сломать хотя бы одну линию. Хотя хуй его знает вообще. Не видел я, что у Джаггера там появилось, какие арты новые. Ну так-то сносит уже неплохо. А с одним башером и дизолем уже пиздец. Проблема. Главное бы арты не забыть нажать все. БКБ двойка, Лотара однерка, тройка, Манта стайл. Ну, я могу сдохнуть, в принципе, ради товера. Тычечку, тычечку. Хорошо. Бараки хуячим. А похуй, я не буду даже БКБ прожимать, пускай заберет меня. Да какого хуя? Нет! Сдохните, падлы. Блять, баш сразу, я не успел выйти, уже баш. Барак не добили, сука. Ну ладно, хоть милишный барак добили. Нормально.
Ну, Лина там одна, единственная, хорошая. Ну, как бы Джаггер тоже, как бы, лучше всех остальных своих тиммейтов. Ну, ВД хуй его знает. 7-11, его так-то нетрудно убить, в принципе. Плюс его Дум контрит. Вроде, ну, ВД более-менее, я думаю, нормально. Но вот Клок это точно хуёво, и Легион тоже говно. У нас, в принципе, более-менее все, кроме Огра. Ну, Огр что нафигил? Ну, он хоть вардил. Но все равно это не отмазка, как бы. Такой фит это ненормально. Явно. Вот за 40 минут один госкептер. Б, уходи. Ну куда ты пошел-то? Блять, уходи нахуй. И встал. А, он в ульте. Ну, блять, он мог раньше. Нет, это я говорю, это не, нихуя не нормально. Душ у меня нету, блять. Б. Чё еще? Вот за хуйня. Чё это за хуйня? Ёбаный пиздец, блять. Ладно. Спугнул. Я не хотел драться. Б, нахуй. 4000 у меня на руках надо. Уже покупать этот сатаник. Блять, чё вот мне вот это вот вообще не нравится, блять. Чё вот они там делают? Если они сейчас сдохнут, нам пизда. Нам не одну, блядь, линию сломают, нам вообще пизда, все растопчет. О, убили, а кого? Легу все-таки убили, блядь. У меня душ мало, чтобы драться. Так, надо купить ривер. Мистер Шмидц, блядь. Мистер Шмидц, нахуй. И чё там, сколько этот рецепт, ёбаный рот? 1000 вроде, шатаника. 1100. Сейчас уже ждите, чтоб собрались мы, а не так. Да, этот, да. По одному лучше не бегать, иначе хуё кончится. Вроде, когда игра адекватна, можно, в принципе, и попереписываться. Так, этот у меня на Z сатанит, на Z. Вот это самое главное, что мне надо нажать замесив после БКБ. Смог, да, смог бы вообще охуенно зарешал. Летят, что ли? О, отлично. Да. А если мы кого-то цепляем? Юзай. Все. Го, блядь, хули встали, маслята. Надо, чтоб Огр был первый. Чтобы он застанил. А вот на миде. Кто-то тут есть, блядь. Смоки пропали нахуй. Да иди ты нахуй сразу, блядь, он мне. Ты где это, ёб? Блин, ну ладно, хуй с ним. Ну да, наверное, надо дальше мид. Так я и не воспользовался своим сатаником. Ебаный народ.
все. Ну, блядь, ну, так себе катка на самом деле. Ну, поначалу было потно. Ладно, всем удачи, всем пока.